Всем привет! С вами Татьяна Донит, и сегодня мы будем открывать сундучки с открытого теста, который будет в обновлении 5.8. Да, вот такие вот замечательные сундучки. Вот сейчас я нахожусь на открытом тесте, на тестовом сервере, и у нас есть ресурс для того, чтобы открыть несколько контейнеров. Посмотрим, как тут что падает. Может быть, что-то будет падать, может даже выпадет какой-нибудь танчик, может еще тут что-то будет интересное. В принципе, у меня всегда проходят стримы с открытого теста, особенно если что-то там интересное происходит. Ну и, в принципе, может выходить все что угодно, стримы, и ролики, и песенки. Так что, ребят, не забываем прожимать лайки, подписываться на канал, мне будет очень приятно. Но сейчас погнали. Для начала откроем 10 огромных контейнеров, 10 больших контейнеров откроем, ну и оставшиеся обычные контейнеры, которые есть. Будем это все делать перемешку, чтобы не было так скучно. Погнали! Начнем с огромных контейнеров. 5 штучек откроем. Погнали. Раз. Ну, в принципе, все логично. Все как всегда. Ничего нового. Как раньше было, так и сейчас. Бустеры! Просто после каждого такого ролика или стрима, где мы открываем контейнер, в основном слово бустер, оно просто заедает, потому что бустеры, конкретно бустеры, и бустеры, бустеры. Ну, тут еще выпало 200 кредитов, 200 тысяч кредитов. Много, не мало, но, наверное, что-то есть. Ладно. Что еще нам выпадет тут интересненького? Опыты экипажа. Вот, честно говоря, вот сделали бы возможность их менять на какие-нибудь другие бустеры или вообще куда-нибудь бы, я не знаю, продавать, что ли, за какой-нибудь ресурс другой. Потому что серебро было бы очень круто, потому что у меня их уже очень много. Я не помню, сколько их уже открыла. Короче, еще один открываем контейнер. И аватар «Хищный взгляд». Боже мой. Бустер боевого опыта. Ладно бы аватары бы падали, они бы были постоянными. Я не знаю, но аватар на 3 дня, это по сути равносильно. Знак равно, ничего не выпало. От серебра это больше толку, я бы сказала. Ну, откроем теперь 5 больших контейнеров. Погнали. Что из них упадет? Опыт экипажа, боевой опыт. Фигня, короче. Еще. Аватар взрывной снаряд, и опять опыт экипажа. Ну, вот, я вам покажу в конце ролика, сколько у меня бустеров опыта экипажа есть. Вот, это жесть какой-то. Так, боевой опыт, ну, боевой опыт полезный при прокачке танков, очень нужный бустер, так сказать, так же, как и бустеры на свободный опыт. 50 тысяч кредитов, много, не мало, немножечко есть. Бустер кредитов, бустер боевого. Ладно, поехали дальше. Что еще нам выпадет? Свободный опыт, 35 штук. Кстати, вот это вот X35 как-то оно глаза мозолит прям. Не знаю почему. Раньше как-то не мозолило. Наверное, потому что как-то это все необычно выглядит. Свободный опыт, боевой опыт. Ладно, погнали. Ну и теперь по-быстрому откроем обычные контейнеры и вернемся, еще и откроем 5 больших и в конце откроем 5 огромных контейнеров. И в самом конце ролика я покажу, сколько у меня всего бустеров. Так, погнали. Аватар! Свободный опыт! Кредиты! Кредиты! Нифига, короче, хорошего не упало. В принципе, из обычных контейнеров мне, наверное, всего за все время выпадало один раз 100 голды. Это был нонсенс какой-то, я была сама в шоке, у меня когда этот 100 голды высветилось на экране, я такая думаю, что? Ну ладно, бывает иногда счастливые моменты. Так, открываем 5 еще контейнеров, ну и сколько-то там вот этих вот. Опыт экипажа. Боевой опыт, кредиты. Давай, открывайся. Кредиты и боевой опыт. Поехали. Кредиты. Что еще тут у нас выпадет интересного? Опыт экипажа. Бустер кредитов. Вот я уверена, что большинство, уже много игроков, они просто взяли и выкачали все перки. Просто, блин, ну, игре уже столько лет. По-любому многие выкачали уже эти все перки. Они же не так сложно качаются, с учетом того, что можно было тратить накопленный там опыт на эти перки и так далее. Ну,
Даже не знаю, короче. Ладно, открываем огромные контейнеры. Экипаж, кредиты. Боевой опыт, кредиты. Что еще тут выпадет? Экипаж. У меня сейчас глаз начнется дергаться от опыта экипажа. 125 тысяч кредитов. Пойдет. Кредиты, опыт экипажа. Боже, пока да, опыт экипажа. То ли я такая везучая, то ли нет. Ребят, напишите в комментариях, что обычно вам падает из этих контейнеров. Просто мне в основном вот такая вот фигня всегда сыпется. И без разницы, где я открываю эти контейнеры. Я их открываю на основном аккаунте, то есть, ну, где все играют. Либо открываю на тестовых аккаунтах. Мне никогда не везет. Абсолютно никогда не везет. Ну, опыт экипажа, аватар, хищный взгляд. Господи, ну зачем? Давали хотя бы компенсацию за эти аватары, чтобы их можно было слить, там, я не знаю, менять на серебро, еще что-нибудь сделать. Хотя бы там, я не знаю, на 10 тысяч кредитов. Элементарно. Ну просто я этими аватарами не пользуюсь. Ай. ВГ, ВГ. Опыт экипажа и бустер боевого опыта. Давайте еще откроем. Еще есть пока у меня голда. Свободный опыт, бустер боевого опыта. Вот, короче, я слила сейчас, по сути, где-то чуть больше 10 тысяч голды, ребят. 10 тысяч голды на вот эти контейнеры. Никогда их не открывайте за голду на своих основных аккаунтах, потому что за эти деньги можно купить себе хороший прем-танк, клёвый, либо супер-першинг, и при этом нормально фармить себе серебришко, и все будет очень хорошо, нежели чем вы откроете, и вам выпадет что, оттуда ничего не выпадет, короче. Но я обещала показать вам, сколько у меня бустеров. Так, где у нас тут перки? Экипаж. У меня уже все перки вкачаны, даже если сейчас, наверное, введут еще какие-то перки, у меня, наверное, еще хватит на что-то, чтобы прокачать это, потому что у меня уже накоплено куча там... Куча опыта на перки на будущее. Вот. Так что опыт экипажа мне, вот, честно говоря, вообще прям не нужен даже. Где у меня? Вот, разные. У меня вот сколько этих бустеров несчастных. 1289 бустеров опыт экипажа. Эпических. 627 бустеров опыта экипажа редких. И 192 бустера опыта экипажа обычных. Единственное, куда их можно потратить, это, наверное, когда вводят новый танк какой-нибудь, либо... Ну вот у меня уже почти все танки вкачаны. У меня вот сейчас единственную ветку как раз введут в этом патче. В патче 5.8 же вроде, да? Где будут новые эти... ветки китайских ПТ, и можно будет единственный экипаж докачивать до 75%, а потом тупо сбивать два раза в день иксы на бустерах на этих мощных опыта экипажа. Ну, блин, мне что-то так вам это делать? Ну, это единственное, куда их можно потратить. А так, и то у меня останется еще с запасом, я не знаю, наверное, до того, как игра, наверное, не прекратит свое существование. Вот такие вот дела, вот такие вещи падают из этих сундуков. Ничего хорошего, ничего интересного. Ничего не поменялось, к сожалению или к счастью. Вот. Прожимаем пальцы вверх, подписываемся на канал. Ждем новых роликов. Я буду вас очень рада видеть, если вы будете к нам приходить на наши стримы. Колокольчик не забывайте прожать еще. Обязательно. Ну все, ребятки. Всех целую. Мур. И всем пока-пока.